период пандемии коронавируса надежными партнерами волонтерского центра «Единая Россия» Одинцовского округа стали предприниматели. С самой весны вместе с добровольцами бизнесмены помогают тем, кому особенно нужна поддержка. Любое дело, от закупки и доставки товаров первой необходимости до размещения медицинских работников и участия в обзвоне жителей, им по плечу. Как сообщил секретарь Одинцовского отделения партии «Единая Россия», глава муниципалитета Андрей Иванов, в период пандемии к волонтерской работе подключились 25 предпринимателей округа. Руководитель Одинцовской швейной фабрики Владимир Быков не сомневался ни дня. Коллектив предприятия быстро перешел на пошив защитных масок высокого качества. На безвозмездной основе их передавали работникам социальных служб и медперсоналу. В том году буквально у нас появился заказчик, который захотел, чтобы мы изготовили маски, когда вот в Китае началась пандемия. И мы начали разрабатывать, отправлять, где-то запросили, прошли сертификацию добровольную, и заказ у нас слетел. А сейчас как-то надо было, и решили оказать гуманитарную помощь нашему городу. Ривас Макацария – известный одинцовский ресторатор, член общественной палаты округа. За время пандемии ни дня не сидел на месте. Врачам инфекционного отделения Одинцовской областной больницы, часами работающим в красной зоне, привозил вкуснейшую еду. Горячее питание для медиков, не имеющих времени на нормальный отдых, всегда бывает кстати. Сам выбираем, сами развозим, сами делаем. Но не спрашивая ни у кого, ничего, стараемся помочь. По инициативе подмосковных единороссов был запущен сайт благодарности партнерам по борьбе с пандемией коронавируса «Волонтеры-50». Таким образом, региональное отделение партии «Единая Россия» решило отблагодарить все организации, которые с первых дней борьбы с распространением коронавируса отозвались и по сей день продолжают оказывать помощь подмосковным жителям. По всей Московской области работают более 300 компаний и представителей бизнеса. Волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи населению Одинцовского городского округа в связи с пандемией коронавирусной инфекции также продолжает свою активную деятельность. Связаться с ним можно по телефону, указанному на экране, в будние дни с 9 до 18 часов.